Всем привет! Продолжаем моделить нашу канистру. Соединим также эти точки. Connect. Выделяем две точки и жмем Connect. То был конец по ребрам, то есть у каждого подобъекта точки ребра есть свой коннект. Так, жмем симметрия. Значит, чтобы сдвинуть нам точку четко по ребру, контейнер и ребра, в зависимости от того, какое направление мы выбрали, наша точка будет перемещаться точно по ребру. Включаем этот контейнер, нон ставим. Выберем все наши точки для удаления неспаянных точек. Как видим, неспаянных точек нету. Задаем определенный размер до пост. Ничего не изменяется. Значит, все нормально. И добавим модификатор Turbo Smooth. У нас с вами получилась вот такая вот канистра. Удалим верхнее горлышко. Здесь слишком сильно сужается ребро. И здесь оно идет вот ровно, а потом расплывается в разные стороны. Так что зря я точки там мучал. Для чего я удаляю полмодели? В 3D Max нету зеркального моделирования, в отличие от ZBrush. И приходится удалять часть модели. Что это значит? Моделировать в зеркальном отражении. То есть просто потом скопировал с помощью модификатора Symmetry, в два раза меньше работы. Переходим под объекты точки и сместим наши вот эти точки по ребрам в сторону. Этим можно, наверное, уже сделать таким образом. Делаем более такой скругленный.
И эти точки выберем по ребрам перемещения. Тоже немного их уведем в сторону. Также немного придадим объем и сбоку. Выключаем здесь ребра. Выровняем немного сетку, вот она эта кривая. Ручка, видите, да, ручка широкая, шире, чем колпачок. Чтобы ее расширить, выберем ребра. В нужных местах. И нажмем Connect. Появилось ребро. Перевыбираем нужные нам точки, смещаем их в сторону. Также внутреннюю часть тоже стянем в сторону. Таким образом. Переходим в модификатор Turbo Smooth и смотрим. Также на расширение идет здесь, вот в этом месте, она как расширяется канистра. Таким вот образом, перемещая точки, несмотря на изменение геометрии, мы моделируем различные объекты. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!